Социальная служба Свято-Троицкой Сергиевой Лавры приглашает всех желающих потрудиться во славу Божию. Подопечные социальной службы нуждаются в продовольственной помощи. Поэтому здесь рады любому участию в данном проекте. Это и передача продуктов, и традиционное участие в фасовке и адресной доставке готовых наборов. Ближайшая фасовка продуктовых наборов планируется 10 апреля в 9:45. Она осуществляется в Пафнутьевской трапезной, павильон у автобусной остановки «Парк культуры», рядом с главным входом в Пафнутьевский сад и Келлерским прудом. Записаться на фасовку можно, заполнив форму на сайте социальной службы –